Приветствую вас на канале Райвика. Сегодня для вас я приготовлю вкусный торт «Шоколадный пломбир». Готовится без выпечки, очень быстро, просто и легко. При этом мега вкусно. Ну что, поехали? И прежде чем мы начнем, я жду ваши лайки. А кто впервые на нашем канале, нажимайте красную кнопку подписаться. Сделайте ее серенькой, коричневой, как наш шоколадный торт. Начнем с приготовления крема. Берем кастрюлю с толстым дном. Насыпаем туда 180 грамм сахара, 3 столовые ложки крахмала, 2 столовые ложки какао, щепоточка соли и венчиком перемешаю сухие ингредиенты. Добавляю сюда 2 яйца. И перед трудоднородности. Конечно. Лола тоже вон старается. Покажи, покажи. Мы видим, что она старается. А что ей? Будь здорова. Люся. Помощница. Лола, алло. А где Лола? Привет. Нам понадобится 500 грамм сметаны. И всю банку отправляю в кастрюлю. И снова перетру все до однородности. А какая красивая получается масса. Прям такой рисунок. Инь-янь. Ставим кастрюлю на плиту и непрерывно помешивая варим, пока не сварится. Вначале у меня огонь сильный, буквально 1 минута, чтобы нагрелась быстрее вся эта масса. А потом, постоянно помешивая на медленной скорости, до загустения сварим крем. Когда нагрелся крем, видите, он очень жидкий, поэтому мы постоянно помешиваем. На среднем огне ждем, пока он не загустеет. Мешайте постоянно, иначе он станет комочками. Уже загустевает? Да, уже начинает загустевать. Поэтому огонь ставлю медленный уже. Крем становится как кисель, такой густой. И я еще его буквально минутку проварю и снимаю с огня. Видите, вот такая консистенция у нас получается, как такой густой шоколадный пудинг. Мне нужно охладить крем, и для этого я кастрюлю отправляю в раковину в холодную воду. Минут на 10 она быстрее так остынет. Видите, крем какой зато густой. Вот тут видно на солнышке. Пока крем охлаждается, венчик нам больше не нужен. Поэтому его что нужно сделать? Правильно, облизать! Как вкусно. Боже. Ага, сейчас. Не, такое я сама съем. Лола. А Олка уже тут как тут. Не, тебе не даем. Крем чуть-чуть охладился. И для полного остывания нам нужно его накрыть пищевой пленкой в контакт. Или в Одноклассники. Можно и в Facebook даже. Ну, показывай, как я там типа его накрываю. А то я вот до позавчерашнего дня тоже не знала, кто такие контакты. Да, контакт — это когда пленка соприкасается с кремом. Вот это и есть контакт. А Одноклассники было бы, если бы мы сверху накрыли. Поэтому давайте контачиться. Все, мы законтактились. И пока крем контачится, мы сделаем основу для торта. Для этого нам понадобится 400 грамм печенья. Дернули за веревочку, печенье открылось. Печенька вот... такое бисквитное. Так, по крайней мере, на коробке написано. Оно сухое, да? Оно сухое, оно бисквитное. В общем-то, печенье можно брать любое вкусное, какое вы любите. Хоть крекерное, не имеет значения. Вам же есть. Из печенья нужно Из печенья нужно сделать крошку. Для этого я воспользуюсь блендером. А если у вас нету блендера, берите скалку, пакетик и катайте. А я буду вот так ломать печенью и отправлять в блендер. Пару секунд, и кроха готова. К измельченной крошке добавляю 125 грамм растопленного сливочного масла. И далее лопаткой, хотите руками, хотите ложкой, нужно перемешать.
Проверяем крошку. Беру, сжимаю. Форму не держит, да? Рассыпается. Я добавлю где-то 2 столовые ложки молока. Проверяем. Берем крошки, сжимаем. Все. Трымается. Теперь и вы трымайтесь. Подложка, основа для торта готова. Пускай крошка пока постоит, подождет нас. А мы вернемся к нашим баранам. Не к вам, а именно к торту. Потому что не баранам, а баранам. Да, мы вернемся, вернее, к крему. Он еще не готов полностью. Да не ржи. В общем-то, контакт произошел, и мы убираем пленку. И вот этот наш уже охлажденный крем начинаю взбивать. Тут у меня 125 грамм сливочного масла комнатной температуры. Оно такое вот, его можно млять туды-сюды. И сюда добавляю масло. Вот так буду добавлять по 1 столовой ложке и взбивать. Добавлять и взбивать, пока не закончится у меня масло. Кремка горела, одна наша знакомая. Писец какой. Ты же не пробовала еще. Охренеть. Вот теперь у нас уже полностью все готово и будем собирать торт. Я использую разъемное кольцо диаметром 20 сантиметров и облепила его пергаментной бумагой. Можете взять файлики, что-нибудь, смазать сливочным маслом и переклеить. Ставим на тарелочку и берем наши крохи, не все, а почти все. Хорошо. Вот это я объясняю, да, блин, вообще, капец. Хорошо, что я не работаю в школе учителем. Третью часть крошек я оставляю сюда, а остальное отправила сюда. Беру самый красивый стакан и вот так утрамбовываю. Это утрамбовано, и теперь вот весь крем, который есть, я буду сюда насыпать. Такой прям мусс получился, видишь? Мусс. Мусс. Ус, мусс. Крем аккуратненько разровняю. Я не могу. Это ложка большая у тебя. Это у меня рот маленький. И берем остаток крошки, то, что у нас оставалось. Вначале вот так по бокам насыпаю. Лопаточкой чуть-чуть вот так замурую кроху. И сверху тоже досыплю. Если вы живете у моря, то прячьте торт в холодильник часа на 3-4 и айда на море искупнуться. А те, кто не живете у моря, то прячьте торт в холодильник на пару часов и ложитесь спать, мечтая о море. И вам море приснится. И море вам приснится, а мы пойдем с Лолкой искупнемся и через несколько часиков продегустируем вместе с вами этот торт. Идем! Зайка, ты плавать умеешь? Я просто умею. Ой, ой, ой. Идем сюда теперь, обратно. Давай, давай, ты сама плаваешь. Лола, чё ушки дрожат? Лёля? 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 Я ела-ела торт, Вика снимала-снимала, звук не записался, поэтому то, что как я... Не, я есть уже не буду, ты вставишь, как я ела, а теперь я вам рассказываю, что торт реально очень вкусный. Прям такой шоколадный пломбир, насыщенный вкус, улетный тортик. Но есть один нюанс, учите английский, потому что на печенье, которое было у меня, было написано «бисквитки», а я перевела это как «бисквитное печенье». Оказывается, это крекеры, и крекеры, они сами по себе сухие. У меня была всего лишь пачка масла, поэтому я добавила 125 грамм. Это мало, видите, тут у меня кроха, она рассыпается. Для того, чтобы держала лучше форму, ну, можно вот так кремом взять и поесть, это понятно. Сейчас так и делаю. Вот. Но чтобы сами печенья держали форму, нужно больше масла.
если вы используете крекеры. Либо берите печенье, которое более такое жирненькое. Поэтому, друзья, готовьте этот торт. Делается он очень легко и просто. Минимум усилий, зато максимум наслаждения. Торт просто объедение. А какой крем? Это же песня! Поэтому я жду ваши лайки, комментарии. А кто впервые на нашем канале, нажимайте кнопку подписаться, присоединяйтесь к нам и будьте здоровы, будете здоровы, счастливы и любимы, потому что мы вас любим. До новых встреч. Пока-пока.